Конечно, масленица уже позади, но ведь это не повод, чтобы не попробовать классический рецепт налистников на молоке. Правда? Блинчики получаются тоненькими, мягкими и ароматными, вам понравится. Приготовить налистники на молоке очень просто. Главная сложность будет, пожалуй, в том, как вы умеете их жарить, переворачивать и заворачивать с начинкой. Но это, как говорится, дело наживное, первый блин всегда комом, а потом пойдет как по маслу. Налистники можно подавать не только с начинкой, но и самостоятельно, с вареньем, медом или сметаной, они будут тоже очень хороши. Подготовьте необходимые ингредиенты. Добавьте молоко, всыпьте муку и разрыхлитель.